Приветствую вас. Парадоксально, но, собственно, сам вопрос вы не задаете. Нет, конечно, он у вас присутствует в тексте. Вот, он у вас вытекает прямо из контекста, ваш вопрос. Но вы вопроса самого не задаете. То есть вы просто, по сути, жалуетесь на свою ситуацию, которую вы оказали. Вот. Значит, смотрите. Первое, что бросается в глаза, конечно же, это то, что вы запрещаете себе вступать в отношения с противоположным полом. Почему у вас должно быть лицо Алена Делона и видите усложнение Вандама, которое, кстати, я имею в виду усложнение Вандама, не является эталоном. Вот. Если честно, не очень понятно. То есть, почему вы должны быть идеалом? Вот другой вопрос, что вы, может быть, требуете от себя быть идеалом. Вот это уже куда более интересная, как мне кажется, история. То есть, если я не Алан Делон, и если я не условный Ван Дам, то я, соответственно, не могу быть с женщиной, например, да? И, соответственно, я веду себя очень неуверенно, вот, и в итоге концентрируюсь на том, что я там какой-то вот некрасивый, да, там какой-то ужасный, и как бы в итоге ничего не происходит, вот. Поэтому важно, чтобы вы этот момент увидели, что вам не нужно быть идеальным, как не нужно быть идеальной, ну, в принципе, и вашей женщине. И не нравитесь вы женщинам не потому, что у вас что-то не так с условным телосложением или лицом, а нравитесь вы женщинам, потому что вы ведете себя неловко и неуверенно в себе. Вот. Так что этот момент путать, на мой взгляд, не стоит. На мой взгляд, путать эти вещи не нужно. Здесь у вас проблема есть самооценка, здесь у вас есть проблемы с требованиями к себе, здесь у вас есть трудности с абсолютно неадаптированным представлением о самом себе. Вот. То есть, повторюсь, какие представления о себе, что если я не там идеальный во всем мужчина, то, соответственно, я не могу быть ни с кем. Вот. Это ключевой здесь момент. Вот. И, соответственно, болезненная реакция на ошибки. Болезненная реакция на ошибки. То есть, иными словами, зачем я буду пытаться? Зачем я буду пытаться что-то делать, зачем я буду стараться что-то делать, вот, если, условно говоря, все равно, там, у меня, например, ничего не получится, как бы, вот, только мне будет от этого, там, грубо говоря, мне будет от этого, не знаю, больно, может быть, вот. То есть идея здесь, она вот, наверное, такая. И это в целом, как мне кажется, довольно деструктивный момент, потому что вы не можете из-за этого, в том числе, быть собой. Вот, вы не можете быть естественным, вы не можете раскрывать свои сильные стороны и так далее.
Вот. Это один аспект. Аспект один, но он не является ключевым. То есть он важный, но он не является единственным. Не менее важный момент в том, что в целом, как мне кажется, вы пребываете в достаточно сильном нервном напряжении. Вот. То есть вы напряжены. Ну вот, психологически. И это, конечно, очень сильно влияет на ваше физическое состояние, избавиться от которого вы можете только одним способом, о котором вы и пишете. Вот. Это абсолютно нормально в данном случае. И работать вам нужно по снятию этого напряжения. Но снятие напряжения не в контексте избавления, а снятие напряжения в контексте именно вот проработки его. Проработки его. Проработки этого самого напряжения. Вот. То есть, чтобы вас это не трогало так сильно, чтобы вас это не задевало так сильно, вот, чтобы вы увидели какие-то другие вещи. Вот. А это, соответственно, интерес, ваш интерес к вашей собственной же жизни, который вас, как мне кажется, довольно сильно хромает. Ну, потому что у меня сложилось такое впечатление, что ничем вы особо не увлечены. Вот. А если увлечены, то, ну, явно тут ваши вот условно комплексы вам мешают. Вот, мешают, вероятно, эти увлечения реализовывать. Вот. Так что получается такой своего рода замкнутый круг, где вы, по сути, как будто в тюрьме. Вот, и единственным светлым пятнышком в этом вот темном царстве является вот как бы ваши такие небольшие шалости, которыми вы занимаетесь. Ну, как бы тоже, по-видимому, ну, по-видимому, вы себе это запрещаете, так я бы сказал. Вот. То есть, по-видимому, вы себе и это, у себя вы хотите отнять. Ну, по крайней мере, так это выглядит. Вот. Я не говорю 100%, да, но вот выглядит это вот так. Именно выглядит это так. Вот, в принципе, то, что я хотел бы вам сказать. То есть, как бы, суть вашей проблемы, да, в том, что вы хотите забрать у себя воздух, ну, это я так утрирую. Вы хотите добраться до воздуха, вот, при этом, как бы, ну, не озаботившись тем, а как вы будете дышать. И, собственно, ну, не похоже, чтобы вас это волновало, да, то есть не похоже, чтобы вы вот как-то
относились к себе настолько гуманно, вот, чтобы задумывались о том, как я буду дышать. Вот то самое здесь. Вот. На то, чтобы условно там наладить личную жизнь, чтобы наладить личную жизнь. Потребуются определенные ресурсы, определенное время, усилия, безусловно. Но это стоит того или нет? Вот в чем вопрос. И на этот вопрос вам не ответить. А если вы хотите забрать у себя возможность дышать, но при этом не научив себя обходиться без воздуха, это невозможно. Это заранее задача, обреченная на провал. Вот. Поэтому решать этот вопрос, конечно, сугубо вам, вот, но с точки зрения, вот, с точки зрения психологии, ситуация выглядит, наверное, именно такой, пожалуй. Вот. И мне кажется, что вы можете вместо того, чтобы применять к себе такие вот довольно жесткие, как мне кажется, драконовские методы, вы можете наоборот поставить для себя цель, построить отношения с противоположным полом. Вот. И это, мне кажется, будет куда лучше, чем то, что вы делаете сейчас. Вот. По крайней мере, это будет куда более продуктивным для вас. Вот. Ну, а поднять самооценку, вот, научиться принятию себя, вот, вам поможет психолог, вот, вам поможет психотерапевт, как раз, это наша работа, вот. На этом все, я надеюсь, что помог вам, надеюсь, что вам это было полезно, надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что дал вам пищу для размышлений, вот, буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу, позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.